Они не против поплавать, пробежать дистанцию, пострелять из винтовки в тире. Пенсионеры Кирова собрались на первую областную спартакиаду, организованную специально для них. Мероприятие посвящено 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В программу спартакиады вошли стрельба, шахматы, плавание, легкая атлетика и другие виды спорта. За борьбой за победу в настольном теннисе следили мы с оператором Александром Брызгаловым. Еще не дан старт соревнованиям, но их не остановить. Участники первой областной спартакиады пенсионеров ради победы и просто спортивного интереса съехались в Киров из 26 районов области. Это лучшие из лучших победителей районного этапа соревнований. И каждому кировчанину лет за 60 они советуют взяться за ракетку. Хотя бы во второй половине жизни, скажем так, он уже почувствует вот этот радость мышечную, радость здоровья, радость соперничества, знакомства, дружбы. И пообщаться, и поучаствовать сюда приехала из Сосновки Вятскополянского района Антонина Ивановна. Она собралась помериться силами не только у теннисного стола, но и в плавании, и беге. В честь 70-летия нашей, значит, победы мы прям горим всем желанием, чтобы победить. Как войну побеждали, так и мы хотим победить в этой спартакиаде. И главное, подчеркивают участники, оставаться здоровыми и активными как можно дольше, чтобы еще не раз доказать, что есть еще порох в пороховнице. Елена Чехомова, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича.